В расписании работы специалистов амбулатории в Новом Городке появилась новая строка – детский врач-стоматолог. Сегодня здесь ведет прием Екатерина Николаевна Тарасова, врач с 30-летним стажем. Открывай ротик, Муслим. Молодец. А давно у тебя стоят брекеты? Недавно, да? Удобно? Сейчас пока все хорошо, но через полгодика обязательно подходи. Екатерина Тарасова – первый детский врач-стоматолог в Медвежках. Так сложилось, что здесь, на достаточно большой территории, кабинета специалиста такого профиля не было. На весь округ два кабинета – в Щелкове, в поликлинике на улице Фрунзе, и в поселке Монино. Третий появился благодаря открытию в прошлом году в Новом Городке амбулатории, строительство которой курировала администрация округа. Оснащением стоматологического кабинета и подбором специалистов занималась Щелковская областная больница, в структуру которой входит Медвежьеозерская амбулатория. Идея, она была у нас давно, помог нам и как бы форсировал этот вопрос Логинов Дмитрий Юрьевич, директор Щелковской областной больницы. Вот. Оборудование это поступало по федеральной программе, поэтому все, что требуется для оказания медицинской помощи детям, все имеется. Услуги детского стоматолога востребованы не менее, чем педиатрам. Запись на 2 недели вперед. Трехгодовалый Тимур с мамой пришли на осмотр одними из первых. Очень довольна, что кабинет здесь открылся, потому что приходилось, вот нам сейчас 3 года, с рождения ездили в Королев, если какие-то проблемы у нас возникали. К врачу пойдешь? Да. Детям от месяца до 18 лет здесь оказывают самый широкий спектр услуг. Это и лечение заболеваний пародонта, кариеса, пульпита и периодонтита временных и постоянных зубов. Уровень оснащенности позволяет лечить заболевания слизистой оболочки рта и выполнять ультразвуковую чистку зубов. Кабинет работает в первой половине дня, но скоро перейдет в двухсменный режим. Пока у нас 3 дня, понедельник, среда, пятница. Дальше мы будем наращивать на каждый день и далее уже откроем в 2 смены, включая субботы. Спектр услуг детской стоматологии в Медвежьеозерской амбулатории будет расширен. Уже в этом году тут будут выполнять хирургические операции. Записаться на прием к детскому стоматологу можно через единую медицинскую информационно-аналитическую систему ЕМИАС или портал госуслуги, что также не отнимает много времени и делается удаленно со смартфона. Михаил Налетов, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.